Свои работы прислал нам мастер, звать его Василий Горлин. Этот мастер недавно увлекся орбитоном. И смотрите, какие работы он делает у себя во дворе. То есть уже из скульптуры, из забора оформления, то есть фонтаны. То есть достаточно много интересных работ. Мастер не боится делать разные работы, как и скульптуры, и просто декоративную штукатурку. То есть, ну, это говорит о том, что есть задатки художественные, задатки скульптора. И я думаю, мы еще много увидим, много разных интересных работ. Смотрите, какая входная группа, просто великолепная и очень качественная работа.